вас кто-нибудь из родственников, друзей, близких знакомых становился жертвой того или иного преступления? Пусть не насильственного, может быть, там, мошенничества или... Ну, конечно, там везде есть. Так. Более того, дед вообще в известные годы был репрессирован. Угу. Вот. Причем он не был там каким-то, как мы говорили, инженером или юристом. Он был просто экскаваторщик. Угу. Вот. Но, тем не менее, попал в какую-то заговорческую группу. И был репрессирован. Ваше отношение вообще к фигуре Сталина вот в контексте вот этих репрессий, в контексте того, что сейчас говорится, что империю все-таки он сохранил и построил базис там для того, чтобы... Вы знаете, вот ключевые ваши слова в контексте репрессий. Да. Ну, какое значение? Ключевое, конечно. Конечно, ключевое он значение здесь сыграл. Я думаю, что и Владимир Ильич, по документам мы же видим, как все это происходило. Юрист, кстати, тоже был. Ну, такой относительный. Ну, как, вполне себе. Относительный. Да, два дела у него было, я их смотрел. Последний вопрос, мы про смертную казнь говорим. Вот когда-нибудь Павел Владимирович Крашенинников думал про кого-нибудь, убил бы я этого человека? Пусть, я не знаю, про какого-нибудь литературного героя, там не обязательно про... Нет, ну и если я скажу, что я вообще там ни про кого ничего не думал, никого не ругаюсь матом, на красный свет не перехожу, не пил, не курил и так далее, еще что-то не делал, это, конечно, ну, тогда мы всю передачу испортим. Во-первых, а во-вторых, это будет, конечно же, неправда. Вот, поэтому, ну, конечно, иногда хочется, ну, вот что-то такое на эмоциях, то что мы уж все люди же, не компьютер же, в конце концов. Спасибо. Для юриста и профессионального политика, как мне показалось, на удивление искренняя беседа получилась. Я надеюсь, что вы подпишете мне 12 можно права. Я, да, пожалуйста. Да, значит, тут интересно, за 200-летний период образования права у нас в стране я выделил 12 великих юристов, которые реально повлияли на общество, государство. Их вот. Можно назвать вашими кумирами. Нет? Ну, снатят, да, снатят, это великие люди, да, которые, в общем-то, ну, можно, я не знаю. Тут, понимаете, юристы, они же такие крючкотворы, кто что вкладывает в каждый термин. Ну, это великие люди, и для меня тоже, конечно. Но это те, которые ушли уже. Вот здесь от Державина до Алексеева Сергея Сергеевича. Спасибо большое. Я надеюсь, что когда я прочту эту книжку, у меня будет возможность еще с вами ее обсудить. Да, давайте с удовольствием.